Привіт! Ви на каналі Марі Рассо. Перше, я не знаю, з чого почати своє відео. І не тому, що не маю що сказати, а тому, що я українка. В моїй країні війна. Чтобы не сойти с ума, даже в это тяжелое время, я продолжаю заниматься творчеством. Творчество помогает мне отвлечься от всего происходящего. В этот раз покажу, как сплести новый дизайн сумочки и плести на одной игле так, чтобы не было видно закреплений. Сегодня будем плести маленькую компактную сумочку с объемной ручкой. Такая форма сумочки стала очень популярной в последнее время. Для нее нам понадобится, как обычно, бусинки и леска. Пройдемся по списку. Акриловые черные бусинки 8 мм, блюдце, подойдет любое, ножницы, леска, у меня объем 0,40 мм. Впервые буду использовать леску черного цвета. И иголка. По ее потертостях видно, что она моя любимая. Отмеряю леску по всей длине руки. Отрезаю. Заправляю ее в иголку. И нанизываю одну бусину. Протягиваю. Оставляем свободный край лески 10-15 см. Он нам еще понадобится. Набираю 3 бусины и захожу в исходную снизу вверх. Протягиваем. Первый крестик готов. Обхожу крестик по кругу, чтобы две лески встретились вот здесь. Завязываю двойной узелок. Один. Хорошо подтягиваю и второй. К любым из концов захожу в ближайшую бусину от узелка и слегка протянув, прячу узелок внутрь бусинки. Все, у нас получилось незаметно закрепить леску. Этот конец все еще оставляем, а длинным начинаем привычное плетение. Выходим в верхнюю бусину крестика, набираем 3 и заходим в исходную с противоположной стороны. Протягиваем. Крестик есть. Снова поднимаемся иголкой в верхнюю бусину крестика. Набираем 3 бусины и заводим в исходную. Мы всегда ходим как будто бы по кругу. Вновь поднимаемся в верхнюю бусину крестика. Ряд сейчас мы плетем вверх, поэтому всегда поднимаемся в верхнюю бусинку по направлению плетения. Все эти этапы мы проходили с вами в моих предыдущих видео, поэтому в этот раз мы не будем на этом останавливаться. Все ссылки оставлю под видео, переходите. Точно таким же образом продолжаем плетение. Первый ряд будет отвечать за ширину сумочки. Черную я планирую сделать чуть-чуть поменьше. Ширина белой 9 крестиков. Я же буду делать 8. Доплетаю недостающие крестики. Thank you.
Вот мой первый ряд, состоящий из 8 крестиков. Переходим на второй. В этом случае выводим леску не в верхнюю бусину, а в боковую, и с нее пойдет ряд вниз. Набираю 3 бусинки. Завожу в исходную. Протягиваю. Спускаемся ниже на 4 бусины. Вот таким вот образом. Следующему крестику не хватает 2 бусин. Нанизываю 2 и захожу в уже существующие 2 стенки. Спускаемся в нижнюю бусинку. С нее формируем новый крестик. Набираем 2 и ходим по кругу. Все как на видео. Спускаемся вниз иголкой на 3 бусинки. Цепляемся за стенку. И формируем таким же образом следующие крестики. Это все мы также разбирали, опираясь на схемы в моих предыдущих видео. Заканчиваем второй ряд. Формируем крестик, обходим его по кругу. Выводим леску в сторону, и тут мы можем продолжать плетение вверх или же перевернуть заготовку и плести снова вниз, как перед этим. Первый крестик ряда всегда набираем 3 бусины. Заходим в исходную. Для следующих крестиков добираем по 2 бусины. Все повторяется. Что делать, когда закончилась леска? Нужно встретиться двумя лесками в одном месте, чтобы закрепить ее незаметно. Вывожу где-то в центр одну леску. А затем и вторую к ней. И завязываем двойной узелок. Хорошо подтягиваем. И прячем узелок в середину бусинки, как мы это делали в начале. Хвостики прячем еще в 2-3 бусины и обрезаем. Очень аккуратно получается. Я в шоке сама от себя, что придумала этот способ закрепления только на 20-й своей сумочке. Новым длинным отрезком лески обходим по кругу крестик. И завязываем двойной узелок. Этот способ крепления позволил мне на все 100% полюбить плетение на одной игле, поскольку я решила вопрос некрасивых закреплений, которое до этого было видно. Короткую леску оставляем, а в длинную заправляем иглу. И выходим в нужный крестик для продолжения плетения. Продолжаем плести основную заготовку.
Готово. Размер моей высота 8 крестиков, а ширина 15 крестиков. А в сантиметрах это по высоте 12 сантиметров, а в ширину 21 сантиметр. Вкладываем заготовку пополам и определяем центр. По центру должны расположиться 3 бусины. Это будут углы. А тут все подравниваем. Выводим леску в угол сумочки. 2 бусины уже есть. 2 набираем и заводим их по кругу, как на видео. Спускаемся в нижнюю бусинку этого крестика и формируем второй крестик, набирая 2 бусины. Обходим его по кругу и для последнего третьего крестика набираю 1 бусину. Протягиваем. Обходим по кругу и выходим во второй ряд. Тут снова формируем крестик, добирая 2 бусины. Сам принцип плетения здесь остается таким же, как и раньше. Смотрим, сколько стенок крестику не достает, столько и набираем. Кто впервые смотрит эти видео, предлагаю пересмотреть первое вводное видео, где мы подробно останавливались на каждом из этапов плетения. Ссылки будут под этим видео в инфобоксе. Первая боковая стенка есть. Вот она изнутри. Делаем вторую аналогично. А теперь главный трюк, благодаря которому сумка приобретает интересную форму. У нас есть 3 крестика. Наша цель – сжать их в один. Для этого выводим леску в боковую бусину первого крестика. Набираем 1. Заводим в зеркальную бусину третьего крестика. Проще говоря, пропускаем средний крестик. Еще раз набираем 1 и заходим в первую бусину. Все как на видео. Хорошенечко подтягиваем леску. Вот как это просто делается, но очень красиво выглядит. Проходим несколько раз по кругу этот крестик, чтобы лучше закрепить его. В конце хаотично ходим леской и закрепляем ее. Если смотреть сверху, получается квадратик. С него в дальнейшем пойдет ручка, но сперва нужно сделать такой же и со второй стороны сумочки. Повторяем процедуру. Набираем по одной и стягиваем стороны. Уже на этом этапе ручку можно добавить вообще любую, но мы будем делать объемную 3D-ручку. На белой сумочке она 13 крестиков, я же буду делать меньше. Как сплести такую ручку? Есть несколько вариантов плетения. Покажу тот, что проще, по моему мнению. Закрепляем леску, как мы это делали в начале. Проплетаем в высоту 3 крестика, а в ширину должно получиться 10. Теперь складываем эту заготовку рулетиком и проплетаем ряд крестиков. Добираем 1 бусинку и заходим в выступающую. Снова набираем 1. Получается крестик. Проходим по кругу. Предлагаю всмотреться в процесс. Он здесь построен на тех же принципах плетения.
Для каждого последующего крестика добираем всего лишь одну бусину. Шаг за шагом поднимаемся выше. Получилась такая змейка-колбаска. Примеряю, смотрю по пропорции. Вы можете сделать ручку больше или меньше. Выводим леску в этот квадратик в любую из бусин. Прикладываем ручку и соединяем ее с сумочкой. Набираю одну бусинку и захожу в выступающую. Снова набираю одну и заводим в самую первую, исходную. Леской переходим в сторону. И для второго крестика набираем только одну бусину. Оплетаем крестик по кругу. Хорошо подтягиваем все элементы плетения. Переходим на третий крестик. У нас есть три бусины, не хватает одной. Набираем. И обходим этот крестик по кругу. А вот для четвертого ничего набирать не нужно. Все стенки уже есть. Просто обходим его леской по кругу. Дополнительно прохожусь леской по всем этим крестикам, чтобы уплотнить соединение еще раз. Если леска длинная, мы можем перейти по ручке на второй край. Ровно придерживаю ручку и соединяю ее с сумочкой со всех сторон квадратика, как мы это делали только что. Сумочку уже можно носить и так, добавить мешочек или подклад, но я хочу сделать навес. На белой сумочке он получился шириной 3 крестика, а на черной по центру расположилось 2 крестика. И навес, соответственно, тоже будет 2 крестика. Выхожу леской в центр и наращиваю 2 крестика. Выше которых снова 2. Таким образом продолжаю плести навес, крестик за крестиком. Доплетаю еще несколько рядов. У меня получилось 6 рядов. Закрепляем леску. Но чтобы он просто так не болтался по сторонам, придумала сделать к нему такую себе застежку. Вот на этом уровне. Вывожу леску, если считать сверху, в третий крестик. С него наращиваем новое звено.
Вот первый крестик, второй, третий и четвертый. А теперь буду соединять с сумочкой. Отсчитываем два крестика, набираем одну бусину и цепляемся за сумочку. Все как на видео. Подтягиваем, набираем еще одну и закрываем так пятый крестик. Проверяем. 5 крестиков. Пробую поместить навес в застежке. Отлично! И на этом все. Осталось только закрепить леску. Новый стилевый дизайн сумочки освоили мы сегодня. Цепочки на карабинах в нынешнее время, конечно, не найти. В ход пойдет старая подвеска на шею. Маленькую цепочку я сняла, она мне еще когда-то пригодится. А две покрупнее, наоборот, объединила, чтобы удлинить. Остальные декоративные элементы я оставила. Смущали только некоторые потертости на цепочках, но вовремя вмешался муж с прекрасным знанием химии. И на выходе я получила новенькую, сверкающую золотым цепочку. Осталось только присоединить застежки к боковым крестикам сумочки. Что-то мне кажется, что получилось даже лучше, чем я могла подумать. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Красс.